Я так думаю, что сегодня такое словосочетание «гражданский долг», оно так у всех на устах. Я его исполнил, и я рад этому, что у меня есть такая возможность проголосовать, что есть свобода в нашей стране. И мне это очень приятно. Мы от выборов ждем политического и экономического развития. Это самое важное. Я, как кандидат, впервые участвую в выборах, и, если честно, я не пожалел. Я общался со многими людьми, нашими жителями, и очень много интересного для себя принял.